Армысыздар, ардақты ұстаздар, оқушылар және ата-аналар. Осы күн тәлім тәрбие берген ұстаздар мен ата-аналардың бір жылғы еңбегінің жемісі. Бұл барлық оқушылар мен мұғалімдер 9 ай бойы асыға күткен, және 11-ші сынып оқушылары ұстаздарына анасында еркелеп, балалық шағын алаңсыз өткізген жас түлектердің соңғы қоңырау берекесі. Добрый день, дорогие учителя, ученики и родители. 25 мая – веселый и в то же время грустный день, но в любом случае долгожданный. Күні кеше мұның бәрі есімде, еркелегеп туған жердің төсінде, алғаш рет аштым мектеп есігін, қазыналы мол білімнің бесігін. У нас сегодня день особенный. И радостно, и грустно нам слегка. Мы собрались торжественно сегодня, на праздник последнего звонка. Жүректерді от боп шарпып жанады. Қуаныш пен қимастықтың алауы, шәкірт үшін әр уақытта сақтылар, жетекшінің езу тартқан жанары, деп Алтын Ұя мектебінің табалдырығынан үлкен өмірге ұшқалы отырған мектеп бітіруші түлектеріміздің құрметпен атап айтқымыз келіп отыр. 11-ші А. Сынып жетекшісі Нұрбаба Шолпан Искандировна, жоғары санатты тарих пәнінің мұғалімі. Тәрбиешісі Қайырбекова Ләззат Қанаевна, жоғары білікті санатты тәрбиеші. Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталған. Баланың жанын түсінетін, мейірімді ата-анасындай қамқоршы тәрбиеші. 11-ші А барлығы 34 оқушы, 14 қыз, 20 ұл. Алтын белгіге үміткер 6 оқушы, үздік аттестатқа үміткер 7 оқушы. Назарбаев университетінің студенттері 4 оқушы. Сынып өте ұйымшыл және мектеп қабырғасындағы өткен әртүрлі іс-шаралардың белсенді қатысушыларының бірі. 11-ші Д. Классный руководитель Абельпейсова Алия Американовна. Опытный учитель школы. Одна из основоположниц тьюторства в нашей школе – педагог-исследователь. Воспитатель – Меделова Сания Дюсенбековна. Воспитатель второй категории – учитель биологии. В 11-м D-классе 32 учащихся. 31 в Казахстане, а 1 в Словакии. В классе немало успехов. 7 отличников, одному из которых присвоено звание Алтынбельга. 7 учеников со званием Мектеп Махтанаши. 2 призера Международной Жалтыковской олимпиады по физике, участник Азиатской физической олимпиады, 3 робототехника, участвовавших во многих крупных международных конкурсах, 8 учеников, сдавших AP-экзамены по физике и математике, участники олимпиад Высшей школы экономики и Московского физико-технического института, 6 участников Республиканской олимпиады по физике, математике, русскому языку и литературе, и даже по химии и биологии. И уже 11 учеников из 11-го D-класса поступили в Назарбаев университет. 11-ші B. Сынып жетекшісі Нұрмова Шолпан Искандировна. Жоғары санатты тарих пәнінің мұғалімі. Тәрбиешісі Қайырбекова Ләззат Қанаевна. Жоғары білікті санатты тәрбиеші. Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталған. Баланың жанын түсінетін мейірімді ата-анасындай қамқоршы тәрбиеші. 11-ші Б барлығы 31 оқушы, 11 қыз, 20 ұл. Алтын белгі үміткері 5 оқушы, үздік аттестатқа 4 оқушы, Назарбаев университетінің студенттері 5 оқушы, 1 оқушы КБТУ грант жеңімпазы. Қызырханов Парасат халықаралық Жәутіков олимпиадасының күміс жүлдегері, информатикадан 11-ші Евразиялық олимпиаданың 2-ші дәрежелі жүлдегері, МУИТ университетінің грант жеңімпазы, Амангелді Ислам халықаралық Жәутіков олимпиадасының күміс жүлдегері, КБТУ университетінің грант жеңімпазы. 11-й И-класс. Классный руководитель Абельпейсова Алия Американовна. Опытный учитель школы. Одна из основоположниц тьюторства в нашей школе. Педагог-исследователь. В классе 31 учащихся. Из них 2 претендента на Алтынбельгі. 2 отличника. 3 призера Международной и Республиканской олимпиады по математике и информатике, астрономии. 2 призера Республиканского конкурса научных проектов. Призер президентской олимпиады. 4 поступили в Назарбаев университет. Золотой голос физмата также учится в этом классе. 11-ші С. Сынып жетекшісі жоғары деңгейдегі жоғары білікті санатты физика пәнінің мұғалімі. Шебер ұстаз. Физика, математика және информатика пәндерінің мұғалімдерінің арасындағы бірінші халықаралық олимпиадасының қола медаль иегері. Республикалық физика мұғалімдерінің екінші шығармашылық байқауының жеңімпазы. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің алғыс хатымен марапатталған Тургалдиева Шолпан Абреевна. Тәрбиешісі Амирхан Ердік Абілханович. Өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі табыстары үшін алғыс хатпен марапатталған баланың жанын түсінетін мейірімді ата-анасындай қамқоршы тәрбиеші. 11-ші С сыныбында 32 оқушы, оның 17-сі ұл, 15-сі қыз.
4 оқушы алтын белгі үміткері, 3 оқушы үздік айтыста дегерлері. Сыныбымыздың оқушы Амрин Айдар, 16-шы халықаралық Жәутіков, Батыс Қытай математикалық олимпиадаларының алтын медаль, геометрия пәнін Иран олимпиадасының қола медаль, Азиат Тынық Мұхит олимпиадасының 2-ші дәрежелі диплом иегері. Асентай Махмұт Өмірбеков атындағы физика пәні бойынша республикалық олимпиаданың 2-ші орын иегері. 16-шы халықаралық Жәутіков олимпиадасының қатысушысы. Мухамбетова Назия жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиадасының жүлдегері. Амангелдіқызы Алуа Амрия Америка Құрама Штаттарының 5-1 университетіне түсіп отыр. 2 оқушы Назарбаев университетіне, 3 оқушы экономиканың жоғары мектебіне түсті. 11G. Сынып жетекші Джумадулаева Ұлдарай Сералығызы. Информатика кафедрасының меңгерушісі, жоғары білікті информатика пәнінің мұғалімі. Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасының иегері. РФММ жылдың үздік мұғалімі 2019. Педагог шебер, оқу-тәрбие қызметінің технологиялық еркін меңгерген. Бірқатар жылдар бойы жоғары нәтижелер жетіп жүрген маман иесі. Тәрбиешісі Әмірханов Ерік Әбілханұлы. Өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі табысты үшін алғыс хатпен марапатталған. Баланың жанын түсінетін, мейірімді, ата-анасындай қамқоршы тәрбиеші. Сыныпта 32 оқушы бар, оның 23-ші ұл, 9-ы қыз, оның 2-і алтын белгіге үміткер. 5-і үздік аттестатқа бітіріп жатыр. Республикалық ғылыми жобаның жүлдегері Тастайбекова Інжу. Қамзабек Нархан республикалық олимпиаданың 2-ші дәрежелі диплом иегері. Халықаралық Жәутіков олимпиадасының информатикадан қола және күміс медальдарын жеңіп алған. 13 оқушы IELTS 6 және одан да жоғары балдар алды. Бірнеше оқушылар Гонконг Бэптист Университи, Бауман атындағы Москва Назарбаев, Санкт-Петербургтағы электротехникалық, Нью-Йорктағы Хавстра университетінің студенттері. 11F. Классный руководитель Танцыкбаева Толкына Мангельдиновна. Учитель английского языка, квалификации педагог-мастер. Награжденный благодарственным письмом Министерства образования и науки Республики Казахстан. Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Казахстан. Благодарственным письмом за активное участие и подготовку участников к международному конкурсу по иностранным языкам «Я лингвист». Воспитатель. Меделова Санья Дюсенбековна. Воспитатель второй категории. Учитель биологии. В 11-м F-классе 7 прекрасных девушек и 21 юноша. В классе 3 отличника и 24 хорошиста. Среди учеников 11-го F-класса – олимпийцы. В число олимпийцев входят Панов Азамат, дважды бронзовый призер Республиканской олимпиады по информатике, Кадырова Амина, бронзовый и серебряный призер областного этапа Республиканской олимпиады по русскому языку и литературе, Ли Виктор, бронзовый призер областного этапа Республиканской олимпиады по казахскому языку, и Жанписов Ердос, многократный призер и участник международных олимпиад по лингвистике и серебряный призер областного этапа Республиканской олимпиады по английскому языку. Стоит отметить, что именно в 11-м F-классе учится президент этого учебного года Касымканов Алан. Поздравительное слово предоставляется председателю Совета директоров РФМШ, выпускнику 1987 года Канееву Береку Сиралиевичу. Құрметті мұғалімдер, құрметті ата-аналарымыз, құрметті оқушыларымыз, сіздерді бүгін соңғы қоңыраумен шын жүрекпен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Осындай кезде бақ-береке тілеймін. Балдарымызға ақ жол тілеймін. Қай университетке түссе де, олардың жол болып, жоғары білім алсын. Қалған балдарға тек қана жақсы оқу, білім және жақсы тәрбие алуға өте соған тілектеспін. Уважаемые друзья, уважаемые родители наши, уважаемые ученики, я от всей души поздравляю вас с окончанием учебного года. Хочется пожелать нашим всем родителям, всем ученикам, всем, особенно в это время, большого-большого здоровья, процветания. Хочется процветания пожелать нашей стране в это нелегкое время. Хочется пожелать, чтобы мы все эти трудности пережили достойно и вышли как с минимальными потерями. Как говорил еще Гюго, все большое будущее – это в руках наших учителей. Хочу пожелать им
они на самом деле находятся на передовой. И в легкое время наши учителя занимались в онлайн-образовании с нашими детьми. Все мы знаем, насколько нелегок труд оказывается педагогов, тогда, когда мы тоже оказались с нашими детьми в одних и тех же домашних условиях и поняли, сколько мотивации, сколько сил и энергии вы затрачивали для того, и затрачиваете, и продолжаете затрачивать для того, чтобы они получили достойное образование. РФМШ всегда будет флагманом казахстанского образования и флагманом мирового образования. В этом году у нас больше 300 детей выпускается с нашей школы. Уже многие поступили в ведущие зарубежные университеты, многие поступили в ведущие российские университеты, в ведущие канадские, в Испанию поступили люди, в Великобританию. Поэтому хочу всем ученикам пожелать большой-большой дороги. На самом деле физмат школы сегодня является одной из лучших показателей. Это говорит и доказательство тому, что мы сегодня одной из самых передовой школы, является то, что сегодня три ученика наших поступили в Лигу Плюща на гранты. Более 70 учеников уже акцептованы в ведущие американские университеты. Почти 80, только на сегодняшний день, 80 человек уже поступили в Назарбаев университет и так далее, и так далее. Этот перечень можно перечислять очень долго. Но в этот день хочется, наверное, пожелать, чтобы у всех наших учеников, кто выпускается и кто будет продолжать учебу, чтобы были хорошее образование, была хорошая мотивация, чтобы вы стали достойными учениками нашей страны, нашего Отечества. Не забывали вашу собственную альма-матер, Республиканскую физико-математическую школу, потому что через образование реально мы получим хороший фундамент для больших наших экономических и политических достижений в Казахстане. Школа уделяет сегодня огромное внимание передовым всем технологиям и практикам, и мы надеемся, что эти плоды принесут свои результаты. Поэтому, дорогие наши ученики, вам светлого будущего, светлой дороги. Всегда попечительский совет ждет вас в Казахстане с распростертыми объятиями. Приходите, приносите свои хорошие плоды. Где бы вы ни находились, вы будете находиться, может быть, в разных странах, но при этом, я думаю, что вы будете всегда проводниками тех знаний, тех мотивационных усилий, в которых вас вкладывали. И дай Бог, что через какое-то время вы сделаете нашу страну еще краше, оправдаете все надежды своих родителей, ну и, конечно же, учителей. Сегодня я бы, отмечая труды наших педагогов, хотел бы отметить заслуги наших ведущих учителей. Но я думаю, в этот список можно занести всех наших учителей, никого не делить, но тем не менее, я думаю, что в перспективе попадут туда все, но тем не менее, в этом году мы хотели бы отметить несколько наших номинаций. Званием «Лучший учитель РФМШ 2020 года» награждается Жумагалиева Карлыгаш Канатовна, учитель физики, Шнасилова Сауле Сыздыковна, учитель математики. Званием «Лучший тренер Олимпийского резерва РФМШ» Мусатай Санат Сагатуло, учитель физики, Кунгожин Нурбек, учитель математики. Званием «Лучший молодой учитель РФМШ» Тыныштықпай Аблай Канатуло, учитель математики. Звание «Лучший воспитатель РФМШ 2020 года» Кайрбекова Лизат Ханаевна, Рахимжановна Галия Сабеновна. Желаю вам новых творческих... Поздравляю всех с окончанием учебного года и надеюсь увидеться в следующем году на такой же линейке, но уже в очном порядке. Спасибо большое. Всем благополучия, счастья, процветания. Құттықтау сөз кезегі мектеп директоры Күнгөжин Алмас Мұхамбетовичке беріледі. Сәлеметсіз бе, құрметті оқушылар, ата-аналар, ұстаздар, басқарма мүшелері, қадірлі қонақтар. Бүгін ұмытылмас оқу жылынан аяқтаймыз. Коронавирус 21-ші ғасырдағы білім беру парадигмасын өзгертетін процестердің катализаторы болып табылды. Мұғалімдер мен оқушылар жалпы әлемдегі білімді өзгертетін дағдыларды жедел меңгеріп алды. Ал енді оқу жылының нәтижелерін айтатын болсақ, 9 тоқ
91 оқушының 130-ы оқу жылын үздік бітірді. Мектеп қабырғасынан 220 түлек шығалы отыр. Олардың ішінде 20-сы алтын белгі, 30-ы үздік аттестат иегері. Алдымыздағы ұбыт басталмай отырып, биылғы түлектерден 22-і Назарбаев университетіне, 11-і АқШ, Канада, 11-і Ресей, 5-і Европа, 5-і Гонконг үздік университеттеріне қабылданды. РФМШ дает не только хорошие школьные знания, но активно готовит к поступлению в вузы. Более 100 учащихся готовились и сдали экзамен Advanced Placement AP от College Board по 6 предметам, как Calculus, Mechanics, Chemistry, Biology, Economics, Environmental Science. Среди наших учащихся популярны курсы по программированию Яндекс.Лицей, где 118 человек изучают язык Python и на второй год пишут программы промышленного масштаба. Благодаря этому научно-инновационная деятельность в нашей школе хорошо продвинулась. Мы имеем 3 медали на республиканском конкурсе научных проектов, завоевали гран-при конкурса проектов фонда первого президента Республики Казахстан. 120 учащихся занимались по программе международного конкурса Technovation Challenge. Они работали в 16 проектах, представили 9 заявок. И мы очень горды тем, что команда Help to Hear стала одной из 6 мировых финалистов и представит свою работу перед специалистами ведущих мировых IT-компаний летом этого года. РФМШ всегда славится своими результатами на олимпиадах. Общее количество медалей на областных и высших олимпиадах 148, при этом 23 международного уровня. В этом году мы провели 16 раз международную Жатыковскую олимпиаду, где приняло рекордное количество участников, а именно 587 из 19 стран. У нашей команды 20 призовых мест и второе общекомандное место. Также у нас есть почетная грамота Международной астрономической олимпиады, золотая медаль Западно-Китайской математической олимпиады, гран-при и первое общекомандное место на республиканском турнире по астрономии. 16 учащихся являются кандидатами в сборными, но им еще предстоит, 55 учащихся нашей школы в том числе, предстоит пройти республиканскую олимпиаду 8-11 июля. И, надеюсь, откроются границы, и они выступят на международных олимпиадах. Желаю всем им успехов. В заключение я хотел бы поблагодарить учителей и весь коллектив за самоотверженный труд во время карантина, за проведение творческих занятий, а также родителей за обеспечение учащихся необходимыми условиями, за терпение и поддержку своих детей. Особая благодарность совету директоров, попечительскому совету, эндаумент фонду за материальную поддержку наших учителей, за всестороннюю поддержку различных проектов школы, за сопровождение хода строительства и обсуждение в оснащении новой пристройки школы. Я очень надеюсь, что первый звонок мы встретим в новом здании. Баршаңызды оқу жылын аяқтауымен құттаймын. Сіздерге зор денсаулық, мерейлі мақсат тілеймін. Рахмет. Көп баланы жер біткен, алып бесік тәрізді. Алтын үй мектептен, дәрі саламаңызды. Бұл мектептен әр алған, ана қаққан қыран бар. Бұл мектептен таралған, елін тиген оландар. Алтын үй Адамдықтың шегінен аспайтығын ұстазым, адалдықтың жолына бастайтығын ұстазым, қиындықты жеңуден қашпайтығын ұстазым, әзіл қалжың айтып та тастайтығын ұстазым. Сөз кезегі мектебіміздің құрметті ұстазы, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасы, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері төсбелгісі, Ыбырай Алтынсарин төсбелгісі,
3 мәрте Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің олимпиада қозғалысына адалдығы үшін атағы, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің әлем шыңына жетелеуші атағы, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл мерейтойы медалі, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 2019 жылдың үздік педагогы атағы Архат Садырбаевичке беріледі. Дорогие ребята, вот и наступил день, который вы с нетерпением ждали 11 лет. Искренне поздравляю вас с окончанием замечательной школы РФМШ. Я желаю вам правильно выбрать профессию, освоить ее и стать большим мастером своего дела. Вы знаете наш главный девиз. Не будьте пассивным наблюдателем, а творите сами, создавайте. Будьте целеустремленными и активными гражданами нашей Родины. Не забывайте свою школу, школьные дни. И школа, конечно, не забудет своих выпускников. Удачи вам! Везения, счастья, успехов в далейшей жизни. Ах, жол кумбатта тлёк, екымым дерма. Дорогие ребята, в нашем обучении и взрослении немалую роль сыграли наши родители. Они, наши мамы и папы, учились вместе с нами, помогали в трудную минуту, делали для нас все возможное и невозможное. Сейчас они бесконечно рады и счастливы вместе с нами. Жақсы шәкірт азамат атанады, халқынан, ата-анадан баталады. Ұрпағына айтсын деп ақ тілегін ортаға шақырайық ата-ананы. Сөз кезегі 11-ші сыныптар ата-аналарының атынан Сарбасова Құралай Қайыржановаға беріледі. Біздің қымбатты да аяулы ұстаздарымызбен және қадірлі ата-аналар, құрметті түлектер, біздің балапандарымыз, барлықтарыңызды бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтаймын. Осынша жылдар барлығымыз бірге қуанып, бірге мұңайып, бірге шаттанып, әрбір күннің куәсі болдық. Сол үшін мектебімізге, мектеп директорына, сынып жетекшімізге, әрбір ұстаздарымызға мың алғыс. Вот и прошли эти 11 лет. Сколько было всего грустного и веселого в них. Еще вчера вы, наши детки, совсем маленькие, с бантиками, галстуками, шли на свой первый урок, а сегодня вы уже взрослые и такие серьезные. Хочу обратиться к вам, дорогие учителя, низкий вам поклон за ваше терпение, за ваши умения, за то, что любили наших детей и были им мудрыми наставниками. Мы желаем вам выпустить еще не одно поколение таких же замечательных ребят, какими вы сделали наших. А нашим деткам пусть будет легкая дорога жизни, и пусть в сердцах наших детей всегда живут теплые воспоминания про эти школьные годы. Мектебіміздің дәстүрі бойынша жыл соңында берілетін мектеп мақтанышы төсбелгісі иегерлерімен таныс болыңыздар. Жылғы түлектердің атынан құттықтау сөзі. Мектебіміздің дәстүрі бойынша білім кілтін түлектері атынан табыстау үшін 11-ші сынып оқушысы Амрин Айдарды шақырамыз. Батыс Қытай олимпиадасының алтын медаль иегері. Жалпы білім беретін пәндер бойынша оқушылардың республикалық олимпиадасының математика пәні бойынша алтын медаль. Математикадан 16-ші халықаралық Жәутіков олимпиадасының алтын медаль иегері. Для принятия знания ключа приглашается обладатель бронзовой медали Международной астрономической олимпиады 2019 года, обладатель почетной грамоты Международной олимпиады по астрономии и астрофизике 2019 года, бронзовый медалист Международной Жаутыковской олимпиады 2020 года, обладатель серебряной медали на общеобразовательной республиканской олимпиаде по физике 2019 года, ученик 10-го С-класса Хайдар Урасхан. Учителя, ученики и их родители. Хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что вы поддержали меня, будучи десятиклассником, и дали возможность унаследовать этот ключ знаний. А сейчас я передам эту эстафету следующему поколению финансов. Урасхан, принимай этот ключ. Клянешься ли ты быть честным и ответственным в учебе и труде? Клянешься ли ты от имени всех десятиклассников унаследовать научный дух физматовцев прошлого и сохранить его до физматовцев будущего?
Прежде всего, хочу поздравить всех физматовцев с окончанием учебного года. Я очень рад тому, что мне позволили получить такую номинацию, а именно ключ к знаниям. В первую очередь, хочу выразить благодарность нашим будущим выпускникам за то, что были с нами все эти годы, поддерживали и помогали. Наше обучение в школе закончено, но жизнь только начинается. Надеюсь, знания, которые вы получили здесь, станут надежным фундаментом вашей будущей карьеры. Успехов вам и всего наилучшего. Что касается десятиклассников, последний год учебы не значит повод расслабляться, ведь нас впереди еще ждут вступительные экзамены, а вместе с ними и поступление. А младшим классам хочу напомнить, что у вас есть мы, и в трудных ситуациях можете смело обращаться к нам. А также желаю дальнейших успехов в учебе, в олимпиадах, и чтобы дух физмата, который присутствует во всех нас, так и плавал не угасая. Все мы – будущая физмат-элита Казахстана, поэтому мы надеемся, что наше взаимное упорство и труд пойдут не только в пользу школы, но и всей страны. Соңғы қоңырау соғу мәртебесі біздің дарынды да. Талантты олимпиадалар жеңімпаздары, ғылыми жобалар сайысының жүлдегерлері, 11-ші бейсіндіп оқушысы Амангелді Исламға және 11-ші есіндіп оқушысы Карабинникова Екатеринаға беріледі. Дорогие ученики, выпускники, вот и прозвучал для вас последний звонок. Кездеседі дауылда дабылда көп, дамылдама қаймықпа қабылда кеп, үлкен ойдан үлкен іс шығар ойлан, болашақтың тағдыры қолымда деп. Дейгеле, үлкен өмірге сәт сапарын тілеп, алтын ұясынан ұшқан жас түлектерді жарқын болашаққа аттандырамыз. И вот конец, и может странно даже, вам станет без учителей, ребят. Не расходитесь сразу, я скажу вам, что на прощание близким говорят. Желаю вам шагать по жизни смело, желаю счастья каждому найти. Пусть сбудется, что каждому хотелось. В дорогу, друг, счастливого пути. Құштаса да алтын ұя мектебің, маңдайыңнан сипап өтер көкте күн. Сәт сапар деп қол бұлғаймыз бәріміз, тілейміз біз армандарға жеткенін. Плюсы.
соңғы қоңырау жиыны өз мәресіне жетті дей отырып, жазғы демалысты жақсы өткізіп, келесі оқу жылында амандықпен жолыққанша, сау саламатта болыңыздар.